Кто дал вам право трогать мои вещи? Я просто их подвинула. Кто дал вам право трогать мои вещи? Никто не трогает уже ваши вещи. Кто дал вам право трогать мои вещи? С вами все в порядке? Кто дал вам право трогать мои вещи? Слышь, Витас, успокойся. Кто дал вам право?